Мы пришли в первый какой-то лагерь, в камп. Давай. И что тут будет? Хочешь посмотреть? Давай. Может, на этом пока хватит? Не, давай, давай. Ну, давай. О, добро пожаловать в лагерь. Это наш дом. Вот, здесь есть тучи, смотри. It used to be full of dragon. Он может быть полон драконов, but zomblins infected the land with evil fog. Но зомблинс, да, вот этот дьявол, да, он сделал его полный тумана, да? Туманом закрыл. Так, мы должны очищать этот, короче, туман. Хочешь собрать драконов? Хочу. Soon you will be able to dragon excellent. Надо собрать драконьи яйца, чтобы выиграть этот уровень. Можно я попробую это сделать? Подожди, давай вместе вначале. Вначале вот травку надо собрать, чтобы цветочек для дракончика, да? А где наша дракошка? Нам надо вот сделать яйцо, чтобы дракошка у нас... Я не вижу эту дракошку. Вот он появился, дракошка наш. Надо. Вот теперь он будет нам яйца делать. Нет, давай не собирай. Не собирай. Я сейчас как пока... в тот раз будем, да, делать? Ну, нам надо, да, мы не пока надо, нам надо оживить эту траву. Видишь, нам нечего пока делать. Вот нам подождать, пока наш дракон. Ой, смотри, что дракончик такой сделал. О, косточки какие-то раскидал. А что такое раскидал ты? Смотри, что он может с косточками делать, он их собирает или что? А, надо их соединить, эти кости, по-моему. Соединить. Нет, он их раскидал. О, вот тогда, смотри, интересно как. Вот, цветочки мы ему еще сделаем. Ама. Ой, смотри, яйцо одно открыли. Такой... Давай открой яйцо. Подожди, я цветочки соберу вот так, большой. Давай, вот, нажми на эти вот яйца. Сейчас мне надо, вот, сейчас они, вот мы сейчас что-нибудь вылупим из этого яйца. О, нового дракончика. И некоторые туманности тогда будут очищены, да? Каждый раз, когда вы делаете, очищаете туманы, да, можете очистить. Вот, подожди, тут, давай, тут, Клэр, ага. Вот кто тут. Вот. Мама, давай вот это. Вот, сейчас, подожди, туман очистился, смотри. Нажми на вот эту. Сейчас, подожди, здесь что-то появилось, вот. Какие-то у нас тут есть, теперь смотри. Экс! Мы раскрыли что-то, видишь, тут? А, вот эти яйца мы открыли, да? Ага. Мерги 3, хачту драконы. И, короче, эти драконов хорошо. Мама, что мы тут? Сейчас я нажимаю, посмотрим, что мы тут собрали. Сейчас. Так. Вот, открываем. Вот такого дракончика мы получили, Кримсон. Это он у нас, а, он нам писал, этот дракон. Да, он нам писал, не кричи только, пожалуйста. Давай, да, соедини яйца. Сейчас. Соедини еще, не делай не, этого. Не брать их, да? Не брать, потом еще раз соединишь. Хорошо. И два соедини... А цветочка нету, который мы... А, он не нюхает этот цветочек. Соедини вот эти вот два. Хорошо. Вот две соедини. Сейчас они их поставят, тогда давай мы сможем соединить. О, ой, смотри, у них вот тоже... теперь соединяем вот с этим. Подожди, тут что-то можно, подожди, еще на третью, чтобы соединить. О. Что он говорит здесь? Эта кнопка может открыть и закрыть скрин драгинг. А, может открыть и открыть. Если вы... Подожди, так, он... Открыть и закрыть. О, что давай там? Соединим вот эти вот. Еще рано, еще надо. Третий же. Вот цветочек посадил. Так, а что у нас тут есть? Мерги 3 дракон. Это мы получили все. Тут дальше что-то еще надо будет открыть. Ну что, у нас тут появляется что-то? А где наш красный дракончик? Куда он улетел? Не знаю. Эй. Я не знаю где. Он куда-то улетел? Полетел. А давай соедини. Сейчас. Вот эти две сердечки. Третье надо сердечко. Сейчас даст третье, тогда мы... А вот там что-то открылось. Во. О, коллект! Давай получим вот этот сундук. Там сундучок. И что там будет? Вот жду. Не открывается как. Еще все подвисло. Прямо как. О! Такой... О. Вот куда сундук, смотри, скакнул. Вот. О. Он сюда. Нажми на подожди, сундук. Подожди, давай сначала яйца. Вот эти соберем, ладно? О. И. Вот так. Нет, а, смотри, красный появился. Не нажимай на яйцо. Подожди, как будет два, опять вот эти. А вот кто там спит? Вот, 19 минут это будет там спать. Давай откроем сундук. О. О. Давай, не соединяй их. Не надо нажимать на это.
Вот не цветочки надо. Для дракончиков. Не нажимай на вот это сердечко, на фиолетовый. Не нажимай, не Ты нажимай. Хочешь еще фиолетовых сделать? Да. Ой, ну у тебя идея такая в голову пришла прямо. О, соедини вот эти две сердечки. Подожди, у нас 19 минут, у нас кто-то спит. Нам надо его разбудить, наверное. А нельзя. Он 19, он будет спать. Вот. Сейчас мы... Давай соедини две сердечки эти вот. Подожди, а что тут еще появилось? Тут больше ничего пока нет? Нет. Через 22 часа появится только новый сундук. Соедини эти две сердечки, то есть ты соедини их. А вот эти? Ну да. Ой. Во, он присоединился к нам. Да, вот красненький дракончик. А где синенький тогда? Да синий улетает. Давайте соберем цветочки. Во. Во, они нам землю раскрывают. О. Вот, all your dracons are asleep. Вам надо драконы эти собрать яйца. О. Подожди, дай сообразить. Соединить. Сейчас вот эти соединю. Сейчас, подожди, да. Вот. Соедини вот эти две сердечки, пожалуйста. А две на три? Третье где сердечко? Не надо, можно с двумя. Что такое у нас появилось тут? Flying to the world map. Летай по world map'у. Ты не туда нажала, что ты надела. Ты все заново будешь открывать. Да? Да. Ты думаешь спасибо, так? Спасибо, да. Правда? Да. Это опять заново. О, вот вот наш кемпинг, где мы. Continue, во. А, это мы вышли, да, из этого уровня? Да. А, ну вот мы его, вот 17 минут. Completed. No. И, во, мы что-то сделали, смотри. I'm Kala. Кто такая Kala? I'm Treasure Hunter. Какой-то хантер, охотник. No, I'm from around here, I'm back to your place. Там у тебя Нео, нажми на эту. New. Вот, Нео. Новая земля. И что нам надо с ней делать? Не понимаю. Мама. Подожди, дай хоть посмотреть, что тут. Вот какая-то звездочка. Она что, нам дает какую-то монетку. Это магический коин. Вы можете сохранить магический коин и заплатить им в шоп-меню. В меню можно что-то купить. А это в шопе, там, где яйца продаются. Ну, хорошо. Мы его, вот, что? Вот, мы их получили. Но ваша storage is full. Полная. Полная, да. То есть нам нужно освободить. А как? Идите в шоп-меню и что-то купите. Да купи яйца, блин. Сейчас. Прямо как драконов подвисает. Вот. Давай, нажимай. Вот, левел 1. А, это на звезду дали, да. Левел 1. А где шоп-меню? Вот. Вот. И купите либо яйца, либо какое-то вот сердце. Это. За 160 это продается. Это за 25. У нас нету 160. Нет, 200 у нас есть. Вот, давай я куплю вот за 160. Здесь. Подожди, здесь можно покупать за эти синие кристаллы. А где покупать за монетку? Вот тут где-то. О. Вот. Здесь я могу только купить либо пиццу. Дракончики, или вот этих, да, красных, да. Купим. Давай. Да. За 30. Вот одно яйцо только, да, я купила. Два яйца за 30. А мне надо. А второе уже за 40. Мне надо 3 яйца таких. Мне еще 5 монеток не хватает. У меня монетки вот есть. Не могу их взять. Да. Во. О, звук появился. Подожди-ка. Вот, еще коин какой-то. Отлично. Так, золото мое, подожди-ка. Купи этого яйца. Сейчас идем, где магазин. Вот третье яйцо. Во. И кто тут у нас этот? Да, еще один дракончик. Сейчас. Я знаю, что надо сделать. Сейчас мы сделаем то, что хотела. Во. У нас теперь таких 30 сейчас. У нас одна такая. Да, 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 я знаю, еще. Вот эти вот сидят. Третьего нету пока. Нет, мы с двумя, ты можешь. Ну и что, я не могу я два соединить. Я хочу вот этот цветочек соединить. Во, смотри. Мы раскрыли. Ох, соедини вот эти вот две сердечки. Вот эти я могу соединить, да. И два. Вот, теперь вот эти соединяем. И два. Надо третий ждать. Два у нас есть, вот. И вот мы такой открыли Growing Flower Life.
растущий цветок. Немного уже что сделали. Да, мы тут, давайте их поближе поднесем, вот эти, да? Надо третий такой мы хотим. Эй, дракошка, давай понюхай этот цветочек. Нет, ты этот цветочек не хочешь нюхать, ты только эти хочешь. Completed. О, еще одна звезда у нас тут упала. Look, falling star, falling wand, and complete quest. Ага. Вы можете их собирать, эти звезды. О, да. Он нюхает. Да. О, что он делает? А, смотрите, звездочки, они делают сердечки. Вот. Давай соедини вот эти, будет уже третий. Надо третий такой. Вот. Ай, да. Вот, сейчас я, сейчас вот. Он сейчас отложит сердечко. Давай, давай понюхай, ну, дракошечку. Давай. Дай нам еще одно сердечко, эй. Не хочет нам сердечко давать. Я тоже хочу это сделать, то, что ты думаешь. А это что такое у нас? А, это звезда? Угу. Ну, о. Понюхает. Во, он понюхал. Во. Отлично. Есть третье это. Теперь... Сейчас, да. О, а он сразу эти даже умеет сердца давать, да, сразу? Вот, во. Давай, и о, сейчас, 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 сейчас. И... О, вот такое синее сердце. О, о, мы только и могли купить за 160 такое яйцо в магазине. Да, а за... мы его сами сделали. Смотри, да. Мы могли за 160 купить. Да, за 160 кристалл. И что она делает? Смотри. Оно там землю, наверное, открыло. Во. Вот, она открыла еще землю. Так, монетки у нас появились, Артур. Покажи. Пока мне не терпится увидеть. Вот, вот, какие-то монеты я нашла. Давай, нажимай на них. Вот. Шесть уже у тебя. У тебя вот. Уже 10 монет. О, сундук. О, сундук нашли. Цветочек посадили еще. Один из дракошка. Сейчас, дракошка куда-то полетел. Он все время куда-то улетает. А почему так? О, Tap to Clear. Чтобы очистить, нажми. Во. Спасибо, что вы очищаете. Да. А, не нажимай на это, не нажимай. Ничего не нажимаю. Не-не-не-не. Он говорит, предлагает нажать. Почему не нажимать? Так, там еще скоро один сундук будет. Давай, вот это соедини две. Ты три можешь... надо, три надо сердечко. Я, ты можешь, я тебе докажу. Он говорит, сюда нажми. Так. Давай нажми. Подожди, я хочу, что... А вот эти можно растения соединить. Вот, Артурик. А я не могу их соединять? Или их надо больше? Почему они не соединяются? Ты не знаешь? О, смотри, какой-то пух прилетел. Что это такое? Мама. О, у тебя там... Сейчас, подожди, еще одну звезду. Трш. Ой. Вот. А мы давай нажми на нее. Сейчас я хочу вот эти пушки соединить. Что это будет? А. Нажми на нее. Ну, и что? А, ты хочешь сердечки? Открыть дальше? Да. Там у тебя сундук. Сундук какой-то, да. Так. Нажми на сундук. Он хочет, чтобы я сюда нажала. Подожди, давай нажмем, посмотрим, что он хочет. Это опять будет все заново тебе признать. Нет. Он, может, это сохраняет, наверное, может, игру? Он говорит, надо сохраниться, может? Нет, опять нажимай на там, где мы были, в лагере нажми. А как нам в лагерь пройти? Не, нажми на лагерь. А где лагерь наш? Вот, камп. Вот. А что, нас туда хочет, чтобы мы в тот квест сыграли? Давай камп нажимай. Ну давай. Контикт. Континью, продолжать лагерь. Ой. Ну, давай продолжаем лагерь тогда. Окей, тут какая-то рука. Ой, звезда. О, смотри, звезда нам что выкинула. Синее сердце. О, что-то там открылось. О, там сундук. Нажми на сундук. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот я еще одно яйцо нашла. Нет, там сундук. Во. Вот, а в сундуке еще цветочек вот этот. Отлично, у нас два яйца. Так, у нас сколько цветочков таких? Вот тебе там что-то на U5. Нью 5. И что у нас тут?
три вот этих открыто. А, это мы можем покупать. О, вот это вот не было. Вот ключ какой-то. Давай два посмотрим. Ключа. Ну что тут? Я нажимаю, вот они. Вот это можно открыть. Какой-то домик. Плюс 5 коинов. Вот. Ой, мы добавили или что мы сделали? Я не знаю. И 7 кубков. А, мы такой домик поставили. Нам надо еще один такой домик за 7. Во. Давай мы их соединим. Ну. Но дракон. А, это там драконы могут жить в этом домике, я правильно понимаю? А, да. Да? Ну, хорошо. Зачем мы столько их набрали, я не знаю. А где наш вообще дракон? Куда он улетел? Посмотрел, куда ты улетаешь. А это что за птица? You need more дракон, power season. Вам нужен больше драконов. А нет. Так, а чтобы драконы появились, нам надо что было сделать? А, вылупить их из яйца. Да, 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 да. А что, он только временно полетал, полетал и улетел? Да. А эти кусты ничего не делаются вместе, они не собираются? Нет. Так, а это что такое? О, во! О, вот оно. Использует два коина. Слушай, здесь пока все разберешься и получи какой-то бонус чейндж. Два коина. А у нас есть 5 коинов. Шоп. Ты понимаешь что-нибудь? Нет. Два таких превратить с цветочком сюда. Вот, пока не понимаю. Два коина. О, не, у тебя три нью. Сейчас я хочу дракошку сделать. Что у меня новое? Так, эти кусты вообще что-нибудь дают? Или кости только дают? Кости у меня... Мама, сади, у тебя есть три яйца, наверное, где тебе это кажется? Где третье яйцо? А нет, у тебя их нет. Треть. У меня кости вот есть. Раз, два, нет, два. Соединение двоих. Вот, растение я нашла хоть. Растение. Вот, цветочек. Вот, куда-то улетел. Мама, я знаю как. Ну, а третье где яйцо? Можно спросить вас? Не знаю. Вот. Надо купить яйцо, у нас нет. Снизить. В магазин за яйцом сходить? Нет, у нас нет денег. Подожди, а где были яйца? А у нас нет столько денег. Вот яйца. У нас 45 нет. Надо, да? У нас нет столько денег. Надо 45. А зеленые яйца по 25. А мы потратили все. А вот тут что тут есть? Не покупай это. Какой-то домик. Мы купили какой-то домик? Да, куда мы... ты его поставил? Это для драконов. Coin Vault Home. Тини дракон хом. Ну хорошо, у нас дома есть целых 3. А дракончики. Мы можем выйти и пойти в какой-то квест пока сыграть. Может, мы дракончика получим какого-нибудь? Вот он нам предлагал вот сюда Давай. Идти. Вот, сыграть. Вот, видишь? А? Новый ревард, сундук. Ага. И тогда получим яйцо для дракона. Вот, а ты не хотел сюда идти. Он нам сразу Давай предлагал. Так. Сейчас. Нажимай на тап. Вот. Мне надо освободить. Ну что, мне тап? Тап непонятно. Цветочек так. Сделай. Сейчас сделаем. По земле-то он не может проходить вот это вот яйцо. Во. Есть. Вот и дракончик. Давай. Красавчик, давай. Вот тебе цветочек. И... Давай. О, понюхай. Ой, спасибо. Спасибо. Вот сейчас еще дракончика мы тут сделаем. О, есть. И второго. Есть. И ты понюхай. А мы пока сделаем вот так.
Чего они подвисают? Вот. Змеи. О, сердечко. О, сердечко, это хорошо. Цветочек один сделали. Цветок, слава богу, есть. Третье сердечко. Это я отнесёт. Давай. Правда, что это миленькие дракошки вот эти вот? Да. Тебе нравятся вот эти вот маленькие дракошки, да? Угу. Вылечили землю. О, вот вторая. Вот цветочек еще один. И третье сердечко. Вот. И, ну давай, видите, ну. Ну что это, давай. Нюхай, нюхай. Два понюхали уже. Ого. Давай, иди еще что-то понюхай. Давай, давай. Еще нюхает. Это хорошо. И два понюхали. Ой, смешные. Дракошечки. Во. Давай, ну. Дракошки, помогайте нам. О, три. Хорошо, идем тут, да? Ага. Не, они много нюхают. Давай сохраняй эти вот сердечки. Они много и долго нюхают. Сохраняй их. Эти. Пока дракошки не пропали, ты имеешь в виду? Да. О, вдвоем это хорошо. О. И он теперь... О, соедини вот эти две монеты. Две мы не можем соединить, нам надо третью. А, во! Сейчас. Сейчас положит сердечко, кладет. Во, смотрите, да, ну, во-во. Ой. И теперь соедини. Вот, теперь мы можем их соединить. И... Есть. Ой. И все. Все, статуи тоже? А статуи нам остались. И есть. Комната пройдена. Есть. А где ящик, который нам обещали? Сейчас посмотрим. Вот. Видишь, collected у нас. И magic coins 2. Фри такой. И цветочек. И за 21 можно такого купить зиппи. Зиппи? А что это такое? Grass Dragon Help. Купи за 21. Да? И еще за 21 можешь купить. Бей их много стало. В Help. А если нам это не надо будет? Ну, на всякий случай. Ну, хорошо. Ну, вот видишь, мы прошли квест и что-то получили. Вот. Вот, челлендж. Челлендж, а что там такое? Давай, посмотри. Я хочу понять, как там драконы вообще туда приволочь наших драконов. Вот у нас, о, видишь? Вот они пришли. И вот они все сюда пришли. О, забери монеты. Вот. О, в этом что-то есть бесплатное. Сейчас, посмотри, дракон, звезда дракона есть. Ого, окей. А, поэтому так что-то. Вот, смотри, что он делает с этим лагерем. Вот, звезда дракона. Discovery. Вот они начали. Вот. О, он нам просто дает эти кристаллы. Видишь? Вот, поэтому что-то бесплатно. Во. Сейчас. И купи. Вот. Он говорит, что у нас звезда дракона, да. И вот это монетки нам дают. Да. Да-да-да. О, еще что-то новое у тебя там. Еще, сейчас. Мы собираем. Вот эти. Dragon Game Epic. Угу. Мне нужно драконий этот, извините меня. Яйцо. Яйцо нужно драконий. Вот мы наберем, и тогда, наверное... Вот, будем открывать. Вот, драконий домик готов, говорит. Окей. Три таких, и надо собрать. Смотри, это. Подожди. Ну, я вижу. Вот, драконий домик у нас один готов. Вот он. Где он? Вон. Подожди. Есть. У нас уже два таких цветочка. Вот. Ну, соедини их.
Сейчас, 20. Надо третьего. Вот у нас такая звезда. А, да, надо же третьего. Вот у нас один готов. О, топ-то. Вот, есть. Открылась следующая земля. Тап. Угу. Тап. Монетки, монетки. Так. Так, а дракончики домик следующий не будут делать? Вдруг, куда они все улетели опять? Опять улетели. Эй, мы их добыли, они нам тут сделали. Они нам сделали один домик. Они улетели домик. Нам. Да, смотри. Они улетели. А что это такое? Сел 4 монеты. Они нам монеты будут домики, да, добывать? Да. О. Зачем я продала домик? Ай. Я могу его продать за 4 монетки, типа. Понимаешь? А. Домик могу продать за 4 монетки. Я не знала, будем теперь знать. Вот. Так, подожди, у меня одно растение появилось. Так, цветочки 2 у меня. А вот третий цветочек не такой. О-о-о. Опять, куда они ушли? Так, подожди, а я могу купить яйцо сейчас? У меня же теперь есть нет, монетки. Нет, тебе надо 30. То есть 45 тебе надо. Вот, а 45 за яйцо, а за зеленое яйцо 25, да? Это за яйцо. А что тут я могу? Вот домик я могу купить. А, за 5 монет. То есть продать я могу его за 4. А, ну, вот он за 7, подожди. Вот это что такое? Один left. Яйца могу купить, смотри. Давай купи. Давай купим есть. Яйца. Нам нужны давай. Драконы, правда? Давай. Есть? Нет. О. О. Во. Это какие-то новые яйца. Давай. На 3 яйца. А их всего 4. О! О, красный. Новый дракончик. Новый красный появился дракончик. О, какой. 3 балл дракон какой-то. Это яйцо эпик. Так. У нас еще одно яйцо такое. А ты что, ты эти цветы нюхаешь? Нет. Да, он нюхает, это хорошо. Он траву эту нюхает. Во, видишь, она меньше стала, трава. И садит вот такие вот. А, давай соедини их, пожалуйста. А не с чем, мне третий надо. А, значит, нюхай. Подожди, что он делает? О, смотри, он дом строит. О, домик построил. Молодец, какой красненький. Куда ты полетел? О, а домик, еще один домик построил. Вот, она с третьего нету домика. Мы его продали зачем-то. А, вот он есть, третий домик. Он еще слип. Во, он нюхает эту траву. Вот для кого эта трава нужна была. О, мне, о, смотри, что мы сделали. Смотри, что мы сделали. Эй, ребята, смотри, сколько драконов мы тут это... К нам присоединился. Он же заснул? А что вы спать пошли? Дракон. На 16 минут. А что они пошли спать в какой-то гриб? Ты видел? Вот. Дракон необходим отдых. Вот так. На 17 минут они там отдыхают. Блин, дайте мне. О, подожди, цветочек. Есть 2 соедини, у нас будет 3 цветок соедини. Ай, тебе надо 3 цветок. Ай. Так. О, там что-то новое, посмотри. Там... О. Во. Так, о, один. Раз. Три, шесть. Дракон ноль. Бук, это книга дракона. Вот есть нав, яйцо. Нав яйцо. О, нее одно зеленое яйцо. Таких у нас были яйца. Вот, одно зеленое яйцо за ноль. Ну, дай нам его. И где оно? О, кости появились. Давай кости соединим. А кости нельзя соединить? Подожди, нажми сюда. А, ты за 75 разбуди их. Это же они тебе помогают. Не надо мне сейчас разбудить их. Подожди. Так, это сейчас всю траву выкурит, я так понимаю. Во, соедини. Получится третий цветок.
Где? Не, соедини. Пока два их только. Он их делает сейчас, эти цветы. Ничего он их не соединяет. Опять во. Да я вижу, драконы спать пошли наши. Да, пускай они тут спят. Так, а куда этот дракон улетел? Ай, блин. Все? Да. Травы выкурил и улетел. Ну, он реально покурил травы. А вот эти три чего-то кости не соединяются. Их нельзя соединить? Не знаю. Нет, можно до неба пробовать. Нет. Ладно, подожди. Так, а это тоже трава не соединяется. Это дракон красный курит эту траву. Ну и почему он ушел? Все, куда-то ушел. Давай, нажми на вот это за ноль, ты хочешь. А, вот это. Ну и как ее? Total дракон. Power 6. Discover. Как мне ее взять? А вот три. А тут как мерги. Соедини. Плитус, Зиппи и Элдекоскет. Можно их соединить. Ты хочешь их соединить? Да. Вот три. Мерги. Хотите соединить три игра с дракона? Ну, давай соединим. И что получилось? Вот этот дракон. А что это? Он нам будет нюхать? Он дал одну какую-то веточку. Сейчас узнаем, а что он делает, этот дракон. О! Он нюхает. Он нюхает этот дракон? Подожди, что он нам даст? Кости! Кости несет? У нас там кости какие-то были. Чем ты мне цветок принес сюда? Кости! Нет, очень принес, это все хуже. Он кости нам приносит и приносит. Спасибо. А, смотри, он открывает. Вот а, это хорошо, он дает сердечко тоже теперь. А, сердечко, да? Да давай откроем что-нибудь тут сердечко. Пошел в домик спать. Ты видел? Все, сделал одни кости и пошел в домик спать. О, пушинка летит. Ура, пушинка летит. Нас о, две пушинки летят. Где пушинки? Вон, наверху. У нас одна пушинка была где-то. Вот. Пушинки дают там что-то тоже. Давай, ложись, пушинка, сюда. Лети сюда. Вот. Вот, надо их ловить. Вот трава. Есть. Трава. Ой, сердце. И есть, меня освободили. Так, а что вот это такое? Списи. Хочешь какие-то специи для... А вот у меня, подожди, у меня вот этот... О, какая-то... О, смотри, у нас 34. Подожди. Вот что я этот цветочек не могу взять? Вот он. Во. И... Подвисла. Сейчас отвиснет. Вот и она. Не освободили. Еще парочку. Там будет яйца одно. Да, там будет яйцо. А, еще. Это динозавр. Кости еще какие-то освободили. Так, это хорошо, вот этот вот. Так, что нам надо? Нам надо одно яйцо еще драконе, правда?